первенстве страны по борьбе самбо. На ковре борцы полутяжелого веса, чемпион Москвы Генрих Шульц в светлой форме и чемпион Украины Белянкин. Шульц проводит бросок, он очень активен. Белянкин пытается контратаковать, но неудачно. Борьба самбо – это самозащита без оружия. В ней разрешены захваты, подножки, болевые приемы. Вот и сейчас Шульцу удается захватить руку Белянкина. Применив болевой прием, он выигрывает полуфинальную встречу. В финале студент Московского университета Шульц встретился со студентом Латвийского университета Нило Мэри. Шульц бросает своего противника на ковер. Мэри, одержавший победы во всех предыдущих схватках, терпит поражение от более опытного Шульца. Звание чемпиона в полутяжелом весе завоевал Генрих Шульц. Право на звание мастера спорта получил Ило Мэри.